Всем-всем доброе время суток. Я обожаю фунчозу. Это вот такая вермишель из зеленых бобов. Мне очень нравится салат из нее. И сейчас я его буду делать. Для этого мне понадобится магазинная вот такая вермишель фунчоза. И магазинная же заправка для фунчозы. Это все продается в магазине. Здесь есть рецепт приготовления салата. И здесь на упаковке написано, как это все приготовить. И сейчас будем все это делать. Для этого еще понадобится 70 грамм огурца и 100 грамм моркови. Еще в идеале сюда надо болгарский перец, но у меня перец только замороженный. Свежего перчика нет, но я думаю, и так будет вкусно. Еще для этого понадобится 4 зубчика чеснока. Ну, так как зубчики все разные, этот маленький, этот большой. У меня их будет 3. Если будет мало остроты, я потом добавлю. Делаю я все, как написано здесь в способе применения. Фунчоза здесь 200 грамм. Из нее я возьму только 100 грамм по пачке. Но фунчозой мы займемся потом. Пока это мы откладываем. Прошу прощения за свои руки, потому что вы знаете, кто смотрит, я яблоки резала. А от яблок руки тоже темнеют. Процесс сушки яблок у меня продолжается, поэтому каждый раз после очередной нарезки отбеливать их лимонной кислотой смысла нет. Вот я закончу хотя бы сегодня и вечером. Все это будет приводиться в порядок. Поэтому постараюсь, чтобы руки меньше мелькали, потому что понимаю, что это не очень приятно. Но понятно. Так, для начала я натру морковь. Так, морковь я натерла. Хотя вот здесь написано, что можно не обязательно использовать такую терку. Теперь морковь пока отставим в сторону и займемся фунчозой. Я беру пол пачки фунчозы. Здесь осталось 2 таких гнезда. Вот пол пачки фунчозы. 100 грамм. И заливаю это просто горячей водой. То есть чайник закипел. Немножко, минуточку, две. Постоял. И заливаю это горячей водичкой. Так, я ее вот утопила. Кипяточек, в смысле, в горячую воду. И отставляю. Завожу таймер на 5-7 минут. И пока фунчоза набухает, морковь надо мять до тех пор, пока она не выделит сок. У всех морковь разная. Там написано 2-3 минуты. Ну, я мну, вот пока не выделится сок. Я раньше покупала готовую фунчозу в пакетиках у корейцев. Вот продают они у нас. Я покупала готовую. А теперь, когда в магазине появилась такая вот возможность покупать отдельно в пакете фунчозу и заправку, мне это очень стало нравиться, что я могу, когда хочу, это сделать. Так, ну, я... Вы пока отдохните, а я перемну морковь. И хотя у меня морковь молодая, ну, она магазинная, конечно, у меня морковь не выращивается. Первый год я попробовала, что-то какая-то она непутевая получилась. Но я решила, что лучше покупать в магазине. Тем более она с местных полей у нас привозится, наверное. Грязненькая такая вся. В общем, не очень охотно она отдает сок. Но терпение и труд все перетрут. Она уже блестит. Как такового сока вроде как бы не льется с нее, но она уже мягкая. И я чувствую руками, что она влажная. Вот руки у меня влажные. Теперь у меня руки будут еще и желтые. Мало того, что они черные, еще будут и желтые. Так. Ждем, пока набухнет фунчоза. Пока фунчоза набухает, морковь я отставила и
натру на этой же терочке огурчик соломкой. Я его почистила, чтобы он был понежнее. Ну, если огурчики молодые, а здесь у меня неудачные огурцы в этом году с толстой шкурой, поэтому я, чтобы понежнее было. У меня тут происходит какая-то игра света, то есть вспышка у меня то включается, то выключается, поэтому возможны временные затемнения. Так, огурчик я натерла. Теперь опять берем морковь и откидываю на дуршлаг фунчозу. Вот такая она красивая, прозрачная. Ее еще называют стеклянная вермишель. И высыпаем эту фунчозу в морковь. И теперь добавляем сюда огурец, болгарский перец, которого у меня нет, зелень, кто любит. Я не люблю зелень, поэтому я ее добавлять и не буду. Я добавляю только чеснок. Я буду через давилочку, чтобы было сочнее. У меня есть зелень, но я говорю, я не люблю. Я лучше добавлю просто сушеную паприку. Это сладкий перчик. И если мне покажется, что остроты мало, я лучше добавлю красный немножечко, прямо на кончике ножа. Добавлю красный перчик молотый. Когда все ингредиенты добавлены, берем пакетик, хорошо его разминаем, чтобы там внутри все перемешалось. Все вкусности разрезаю и выливаю все до последней капельки, весь смак сюда. Теперь все хорошо перемешать. Уже пошел такой от заправочки характерный аромат, как вот морковка по-корейски, хотя знакомые корейцы сказали, что сначала появилась морковь по-корейски, а потом они узнали, что это их национальное блюдо. Как таковой у них этого блюда не было. У меня знакомая была девочка, кореяночка. Мы жили в Днепропетровске в общежитии. Жалко, что связи прервались. Я бы с удовольствием нашла, пообщалась. Но тут по соцсетям найти не могу. Фамилия ее была Лиза Агарь. Они жили в Днепропетровской области. Так вот, ей родители передавали все время капусту по-корейски. Как таковой моркови по-корейски у них не было. Может, из-за остроты просто так назвали. В общем, вот это тщательно все перемешать. И оставляем на кухне на 2 часа, не в холодильник, никуда. Потом еще раз хорошо перемешать и подавать к столу. Это очень вкусно. А тем более, если еще кто любит зелень, добавляет. Но я говорю, я не очень люблю зелень. Я сейчас попробую. У меня уже слюни текут. Попробую и посмотрю, может быть, немножко, я уже сказала, добавлю острого перчика красненького. Вы слышите, я даже разговариваю с трудом. У меня началось обильное слюноотделение. И посмотрю, может быть, ну, чесночок хорошо уже это вот пахнет. Я думаю, что даже, может, и не надо чесночка больше добавлять. Все. Вот такое вкусное блюдо. Салат из фунчозы. Кто ни разу не пробовал, не проходите мимо. Просто подойдите в магазине, возьмите эти упаковочки, почитайте. Там не только салат можно сделать. Там еще можно и суп с этой лапшой варить. И купите и попробуйте. Это очень-очень вкусно. Все. А на этом всем приятного аппетита. Лапша у меня будет настаиваться 2 часа. И потом я ее буду есть с удовольствием. Только дождаться бы этих 2 часов. И на этом всем мира и добра. И пока-пока. Ребята, вот такая вкуснятина. Вот ум отвешь. Я сейчас попробовала, я бы, наверное, ее вот и такую съела, но все-таки надо выдержать.